Звезда фильмов «Притяжение» и «Гоголь. Начало» Саша Петров презентовал публике свою первую книгу. На самом деле это сборник стихов и размышлений актера вперемешку с пустыми страницами для записей и фотографиями. Те стихи, которые заново родятся, они написаны для персонажа. Все-таки там есть персонаж в «Заново родиться», там не я. Есть другие стихи, более агрессивные, например. И несмотря на то, что в сборнике «Заново родиться», посвященном возлюбленной Ирине Старшенбаум, слишком много ванильных строк и признаний, Петров уверяет, дома в быту он обычный брутальный парень. Конечно, обычная бытовая жизнь. А какая иначе может быть жизнь? Кстати, громкая история любви, например, Бузовой, которая кричала о своих чувствах с Тарасовым, а после расставания очень об этом жалела, ничему не учит актера. Мы тоже будем верить, что их любовь с Ирой навсегда.